Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гера, жрица Афродиты в Сиете. Ее возлюбленный Леандр, чтобы встретиться с Гера, каждую ночь переплывал Гелеспонд, пока не утонул, когда буря затушила светильник, выставленный Гера, по которому юноша ориентировался. Эта легенда, возможно, имеет александрийское происхождение, однако нам она известна под текстом Вергилия, Георгики и Овидия. Сюжет мифа. Леандр – юноша из Абидоса в Троаде, который полюбил Гера, жрицу Афродиты, жившую в Сиете, расположенном на другом берегу пролива Гелеспонд. Каждую ночь Гера зажигал огонь на башне, ожидая Леандра, который переплывал пролив, ориентируясь на зажженный Гера огонь, как на маяк. Но однажды огонь погас, и Леандр не смог доплыть. Утром его тело прибило к ногам Гера. Увидев его, Гера в отчаянии бросилась в море с башни. Миф о Гере Леандре неоднократно подвергался литературной обработке как в античной поэзии, так и в литературе нового времени. Эротическая поэма Кристофера Марло на сюжет легенды – одна из жемчужин английской поэзии эпохи Возрождения. Ну вот так вкратце о Гере, жрице Афродиты в Сиете. Пока-пока, до свидания.